не ходи к маме. Мы себе сами альфа и омега громких дел. Иванов Ваня взял и пукнул в храме, так приперло, что не утерпел. Вышло нескладно, пукнуло ладно, но через неделю в полночь вдруг лбы в камуфляже, а руки Вани вяжут, к сожалению, был услышан пук. Власть у нас в силе, следаки в мыле, сшили дело Вани в семь томов. Он попрал веру, спортил атмосферу, в смысле государственных основ. В крик жена, дети, Ване срок светит, патриарх кричит про беспредел. Во Христе братья жаждут распятия перед храмом, где он напердел. Между тем в мире громче и шире голоса звучат то там, то тут. Звезды эстрады, эгегей парады, и все за толерантность пасть порвут. Стинг и Мадонна встали синхронно, фаны на планете входят в раж. Голливуд с маху снял в 3D-сагу про Ванин героический димаш. Пресса стремится к власти пробиться, президента прямо в угол жмут. Он рукой махает, дескать, суд решает, так что же у вас такой херовый суд? Ночью жизнь тише, Ваня книгу пишет о судьбе, о творческом пути. Тяжело, Маша, жить в дурдоме нашем, право слово, Господи, прости. Милиция!